Всем привет, ребят, с вами, как всегда, Заза, и добро пожаловать, если я не ошибаюсь, на 33-ю часть уникального транспорта в GTA 4. Я пропустил несколько машин из гайда, потому что возникли непонятки. По гайду сказано уехать далеко от транспорта, и тогда миссия провалится, но у меня это не происходило. В связи с этим я немножко, как я сказал, пропустил, и сегодня мы отправимся с вами за уникальным Тюнер Ораклом. Точнее, не он уникальный, уникальный его цвет. Едем мы к Рэю, конечно же. И прикол в чем? Уникальный цвет еще и выпадает случайным образом. То есть вы увидите... Миссия называется Taking the Trash, если что. Вы увидите несколько различных цветов, если будете начинать миссию заново и заново. И, собственно говоря, сможете выбрать тот, который вам понравится. Вы, в принципе, можете взять обычный Тюнер Оракл, найти его как бы на дорогах, но он будет темно-зеленого цвета. А этот же будет именно уникален. Ой, в общем, прикол этой машины в том, что ее также можно добыть и с прохождением миссии, что очень и очень хорошо. Ну и, соответственно, придется немножечко для этого потратить времени. Приготовьте оружие, вам оно пригодится. Нам нужно будет убить несколько человек. Ну и, в принципе, все, что я могу сказать по этому поводу. Цель миссии вроде как собирать, как их там, алмазы? Бриллианты, бриллианты, господи, какие алмазы. Это что-то я совсем уже на Майнкрафт скатился. Давай, тунец Джонни. Быстрее, пацаны. У нас тут ролик как бы снимается. Давайте, ребят. Enter. Неплохо, неплохо. Вот это я смотрю, тут много всего можно делать в этой игре. Давай второй бросай. Я закрываю, правильно? О, жестко. Ну да, я так и думал, что нужно будет развернуться, как бы. Это классика жанра. Вы едете на медленной машине, на медленной неповоротливой машине, и, естественно, вам дадут задание, где вам придется развернуться. Да, бриллиантчики. Все-таки бриллианты, а не алмазы. Так, далеко ли ехать? Ну, нам все время настоятельно рекомендуют свернуть направо. Ну, давайте это сделаем. Посмотрим. В общем, после того, как мы подбираем второй пакет с бриллиантами, точнее, ну, со второго места, там появляется как раз-таки наша машина желанная, которую мы будем пытаться добыть. Собственно говоря, все, что нужно сделать, это убить водителя и ее пассажиров, и далее при помощи дабл-драйвинга, то есть ведения машин поочередно, довести нашу машину до парковочного места, затем доехать спокойно вот этой мусорной фигне до миссии, до конца марка, то есть до финального маркера, и все. В общем, готовьте оружие. Так, нет, это не оружие. Дайте мне взять нормально. Ну да, у нас, в принципе, все хорошо. Так, ждем. Ждем, пока появится Тюнер Оракл. Уникально окрашенный, который мы будем пытаться добыть. Не знаю, какой цвет мне выпадет, но посмотрим. Давай, давай. Запрыгивайте, пацаны. Че, закидывайте. Первый пошел. И второй пошел. Не знаю, что еще тут про эту миссию можно сказать. Я в нее еще не играл ни разу. Ну, посмотрим. Итак. Катсцена, давайте поглядим, может быть сейчас кто-нибудь подъедет. Ё-моё, это что за серая помойка? Ну ладно. Я думаю, что стоит просто выйти и перестрелять пацанов. А можно не кулак, пожалуйста? Нет, не дробовик, это не лучшее оружие. Чтобы, собственно говоря, стрелять. Там всё, один пассажир был. Вот и всё. Да, цвет нам, конечно, выпал. Кто-то еще стреляет, я это слышу. Цвет, конечно, нам попался не очень. Давайте выкинем труп, потому что трупы, напоминаю, надо из машин выбрасывать всегда, иначе они не будут у вас сохраняться. Ну и теперь Оракл, как он здесь называется, наверное, Оракл. Надо читать. Теперь просто везем до ближайшего места, где вы ее сможете сохранить. Ну, допустим, я повезу куда-нибудь вот сюда. И, собственно говоря, давайте нам теперь
Посмотрим, куда нужно приехать по миссии, потому что я опять же не знаю. Местечко. Ага. Ну, неважно, в общем, мы поедем по нашему направлению. Напоминаю, далеко уезжать от этой мусорки нельзя, поэтому, наверное, даже знаете, что лучше будет делать? Я не уверен, но вместо дабл-драйвинга можно попробовать, да не стрелять по машине. Пацаны, мне эта машина нужна, вы по ней стреляете. В общем, я думаю, будет выгоднее ее так вот толкать. Это будет, скорее всего, быстрее, чем если мы будем использовать дабл-драйвинг. Тем более, у нас всего тут две машины, которые нам нужно сохранить. То есть это наш уникально окрашенный серый, в нашем случае, Oracle. И, собственно говоря, мусорка. Не знаю, посмотрю потом, какие еще могут выпасть, потому что эту миссию нам в любом случае придется еще разок. Так, давайте ее поставим нормально. Да не стреляй ты. То есть, видимо, каждый раз, когда мы садимся или вылезаем из машины, чувак начинает по ней стрелять. Сядьте, грузовик. Что вы сломали мою машину? Зачем вы это сделали? Пацаны, не надо. Так. Вот сейчас я сяду и, скорее всего, можно вы пробежим? Спасибо. Сейчас он будет стрелять, да? Нет. В общем, не знаю, как это работает, но не давайте ему уничтожить машину. В общем, эту миссию нам придется еще разочек играть, потому что здесь есть вроде бы еще уникальная машина. А, нет, извиняюсь, ребят, не в этой миссии уникальная машина. Черт. Так что не придется нам играть, к сожалению, эту миссию. Но в любом случае, вы можете спокойненько пройти эту миссию, посмотреть, какая машина выпадет вам. Я даже, знаете, что сделаю? Я посмотрю на видеопрохождениях этой миссии, какая падала машина другим людям. То есть видеопрохождение в сети можно найти, наверное, много различных роликов. И, собственно говоря, так, давайте развернем ее по-нормальному. Грузовик не может ехать, а машина повернуться не хочет. Потому что это помойка, в прямом смысле причем. Очень слабо разворачивать эту машину. Так, а почему у меня какой-то некрасивый костюм? Эй! Ребята, верните мне мою топовую курточку. Русскую. Вы что, не патриоты, что ли? Понятно. То есть не люблю эти миссии, где вас переодевают или заставляют одеваться во что-то другое. Что-то я опять ее куда-то не туда завез. В общем, нормально, чувак там. Чуваку там совсем уже плохо. Мы можем сесть в машину, нет? Вообще никуда не можем сесть теперь. От души я сделал. Нормальная схема. Как мне теперь залезть обратно, игра? Черт. Чуваку там нормально, он в заборе сидит. Да. А через это сиденье мы тоже не залезем, потому что здесь есть типочек. А, не, нормально, нормально. Мы можем сесть сквозь чувака. Ну, это как бы жета, ничего нового. В принципе, не удивляйтесь. Так, ладно, давайте, я думаю, далеко нам еще и вести или нет? Ну, достаточно прилично, поэтому здесь я сделаю небольшое ускорение с музычкой. Давненько у нас их не было, так что роликов давно не было. Ну и, собственно говоря, не буду нести чушь, которую нес последние минут 5.
Так, кажется, мы наконец-таки добрались туда, куда мне нужно. Все, что нам осталось, это припарковать машину на парковочном месте. Давайте сделаем вручную. Как вы видите, она у меня уже ни хреново так дымится, и я поэтому более аккуратно ее толкал последние метры, чтобы этот чувак ее не дострелял, собственно говоря, не уничтожил своими выстрелами и так далее и тому подобное. Теперь же, когда машина находится на парковочном месте, мы можем продолжить по миссии, так сказать, и завершить ее. Собственно говоря, все, что нам осталось, это доехать до маркера, насколько я помню, и миссия будет пройдена. После этого нам нужно будет лишь вернуться к сейфхаусу, теперь уже моему, и проверить наличие машины. Вот, собственно говоря, и все, что нужно сделать для этой машины. Не знаю, серый цвет какой-то не очень. Может быть, есть крутые вариации, я, если честно, не знаю, но я посмотрю, какой цвет выпал чуваку на прохождении, там разные почекаю. Может быть, есть действительно клевые комбинации, и эта машина стоит того, чтобы ее добыть. Но, если честно, я сомневаюсь, что там будут какие-нибудь прям крутые цвета, там, по типу, знаете, ярко-оранжевые. Неплохо бы, наверное, смотрелось. Но машина сама по себе не очень, поэтому не думаю, что все-таки кто-то из вас ее будет добывать, ну, скажем так, для основного сейва. Собственно... О, почему он горит? Что? Я не знаю, но... Оставим этот момент. Ребят, если кто знает, почему он загорелся, сообщите, пожалуйста, мне в комментариях. Или же я там что-то неправильно увидел. Но, по-моему, он горел. Ой, ладно, неважно. Главное то, что мы не горим. И можем спокойно ехать, куда нам нужно. Вроде как здесь уже, да, недалеко, отлично. Наконец-то миссия подойдет к концу. Где здесь нормальный заезд-то вовнутрь? А, вижу. Фига тут этих мусорок. Нормально. Давайте не будем трогать чувака, то вдруг это еще миссию провалит. Ну, собственно говоря, катсцены мы опять же не смотрим. Отличный ты водила, спасибо. О, можно мне нормальную куртейку? Я не хочу быть мусорщиком. Ну ладно. В общем, давайте сейчас по-быстренькому найдем такси. Оп, как я и хотел. Отстань, Рэй. Ну, едем, смотрим на нашу машину и можно будет прощаться. Так, квартира. Теперь у нас наконец-то две квартиры, где мы можем сохраняться. Вот и наша машина. Чистенькая, новенькая, не покорёбанная даже. Ну и на этом у меня, ребят, все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. С вами был, как всегда, я, Заза. Не забывайте подписываться на группу ВКонтакте. Ссылка есть в описании. Именно там вы можете узнать все новости, самые свежие. То есть, почему нет роликов, когда будут ролики, если вдруг я такую новость выпущу и так далее и тому подобное. Еще раз всем, ребят, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.